Несколько в большей степени заметны будущие живописные пристрастия мастера в мифологической композиции «Диана со спутниками», работе из его раннего творчества. Сцена освещена любимым Вермеером мягким сумеречным светом, окутывающим прекрасных женщин с изящно собранными на затылке волосами. Уже здесь проявился интерес художника к изображению складок однотонных рукавов и юбок. Предполагается, что «Диана со спутницами» является самой ранней и сохранившейся картин Вермеера. Художник, ее написавший, уже должен был хорошо овладеть техникой ремесла, но он еще не выработал собственного способа художественного мышления. Картина не только традиционна, она достаточно банальна по подбору персонажей. Фигуры Дианы и девушки, которые отирают ей ноги, как замечает Уиллок, напоминают фигуры Версавии и служанки из картины «Кисти Рембрандта», только показанные в зеркальном отражении. Возможно, Вермеер действительно вдохновлялся работой Рембрандта, но для этого он должен был видеть ее практически сразу после появления. Версавия Рембрандта датируется 1654 годом, Диана со спутницами разными исследователями датируется по-разному. Если предположить вслед за Литке и Френтисом, что она написана в 1653-1654 годах, то из этого вытекает, что живший в Делфте Вермеер был хорошо осведомлен обо всем происходившем на художественном рынке Амстердама, включая появление картин Рембрандта, к этому времени утратившего популярность и постепенно впадавшего в нищету. Три другие женские фигуры – собака, голубь, растительность – фактически ничего не добавляют к сюжету, лишь делая более подробным этот рассказ в картинках. Можно только отметить стремление художника перебрать возможные варианты поз действующих лиц, их соотношение, учитывая небольшое количество персонажей. Слева – частично обнаженная фигура спиной к зрителю, справа – фигура в одежде лицом к зрителю. Фигура между Дианой и служанкой у ее ног показана в позе промежуточной между их позами. Собака слева в нижнем углу нужна для уравновешивания фигуры в правом нижнем углу картины. Отсутствие глубины пространственной вполне соотносится с отсутствием глубины психологической, выражаемой в жестах и пластике персонажей картины. В ней, собственно, фиксируется момент движения физического, пластика и жестикуляция, а потому психологическое и эмоциональное состояние девушек не отличается оригинальностью. Эту картину можно рассматривать как пример упражнения в повторении образов.